Ну, как я и ожидала, в итоге подошел security ко мне и сказал, что чтобы я, наверное, кто-то пожаловался, да, что я назвала уже парочку этих американцев пуси. Пуси — это значит, ну, как бы это плохое слово, но оно как бы переводится как трус, то есть используется в качестве сленга. Я, наверное, пару там людей на первых рядах назвала их пусами, это значит, что они, ну, грубо говоря, трусы. В общем, он испугался. Ну, видимо, они пожаловали, что тот ходит в русской футболке, да, и мало того, что задают вопросы, они боятся, то, что с русским гербом что-то ответить. Но они еще, соответственно, боятся, видимо, что где-то это попадется, и не дай бог что-то не так скажут, не дай бог что-то не так ответят, а это будет просто страшный, короче, какой-то ужас для них. Поэтому мне сказали особо больше никого не интервьюировать, особенно когда начнется само шоу начнется, начнется выступать президент Трамп, то сказали, что больше ближе сильно не подходи и не ходи между рядами, сядь на какой-нибудь стульчик и сиди на стульчике, чтобы не раздражать, короче говоря, людей, которые тут ходят. Но проверили у меня этот пас. Вот, проверили, увидели, что пас у меня действительный, как бы, да, вот этот вот бэджик, который я дала, что он рабочий, и, в общем, все, меня не могут, выгнать меня не могут, потому что, как бы, у меня-то бэдж есть, то есть я член, жена члена ассоциации, они не могут выгнать меня, вот, но попросили особо не напрягать людей вопросами, я так подозреваю, что кто-то уже пожаловался. Все, попозже еще выйду на связь, когда трамп выйдет, а то больше у меня батарейки сядут.